Потоковука Нины Александровны. Нина Александровна, в каком году вы родились? В каком году вы родились? В 31-м. А сколько вам было лет, вот, когда началась война? Так лет 13 или 14, что-то так было. Я вот теперь не помню. А с кем вы, вот, вы жили вот во время войны? Во время войны жили так, на косе. С кем жили? Так с отцом жили. Отец был тоже контуженный раньше на войну. Войну его не брали, нас пятеро было у отца. Ну и вот мы жили с отцом. Отца в армию не брали. А как вы узнали, что вот началась война? Ну, как узнали? Почему раньше же телефона не было, потом как-то объявляли. Война началась, все кричали, что война началась. Вот этим только мы это знали, что война началась в 45-м году. А вот кто из ваших родственников, вот, кто из ваших родственников воевал на войне, какие награды имеет? Ну, так у нас никого не было, у нас один брат был, он еще маловатый был, потом его только взяли в армию после войны. А вот вы помните продуктовые карточки? Кого? Продуктовые карточки помните? Ну, а что же я не буду помнить? Карточки по золоту принимались, не купоны были. А карточки были, вот хлеб давали, продукты там, кого давали? Норму давали, по 100 грамм, известно сколько давали, граммы какие-то хлеба давали. Все помнится. А вот чего вам больше всего не хватало? Да чего не хватало? Конечно, хорошей жизни не хватало. Война была, что хорошего-то было. Думали, все лучше будет. Все приходили, сами с войны, вот, война-то была. Возили зимой-то конями, я не могу вспомнить. А привозили-то кого, приходили-то единицы с войны-то. Кто контуженный, кто раненый, кто совсем без вести. Вот так вот было, приходили совсем из единицы. Обозом его возили зимой на это. Раньше по Витиму много обозов людей-то увозили. А вот какие игрушки были у вас? Кто? Игрушки были у вас? Какие игрушки там? Никаких не было. А в какие игры вот вы играли? Какие будем играть? Никакие не играли. Все только ждали, когда война остановится, да хлеба прибавит. Вот только это и ждали. А вот ходили вы в школу? В школу ходили? Но. А хватало вам учебников, вот этих вот товаров? Да кого ходили всяко разное. Как сейчас-то ходят, да кое-ой. А раньше все ходили, ни обуток не было, ни одежды не было. Они все всяко пережили. И хорошо было, когда... Какие у вас учителя были в школе? Юлия Матвеевна Хадыкина была, Минина, Анна Георгиевна была. Но я вот забыла, которые. Много учителей было. А вот вы работали вот во время войны? Нет, такого на работу я. Ну, конечно, нет. Так вот работали. У нас был там Шукайлов Владимир Данилович. Он колбасу занимался, колбасой-то... делали, и это привозили откуда вот там, да, вот ходили мы, мыли, да чистили, да вот так вот. А вот помните вы рассказы вот взрослых о войне? Кого? Рассказы взрослых о войне помните? Нет, я забыла теперь, все помню, не помню. А вот какими вам запомнились солдаты, вот победители, пришедшие? Пришедший, который с войны пришел, но. Был у нас, я забыла, как фамилия его, Он пришел с войны раненый, у него голову было раненый,
И вот это место, этого все не было, все это мозги одни. Он пришел с войны, в клубе собрались, и он плакал, сидел за столом. Ну и показывал свою голову, как он дышит, а оно мозги вот так вот дышит. Федоров фамилия у него была, звать забыла. Которые приходили раненые, контуженные, которые жены не принимали. Всяко было.